нашу основу. Вот. Наполнитель какой-нибудь побольше. И делаем нашу голову. Завязываем, чтобы было. О, у нас получилась такая голова. Это основа всех кукол. Сейчас волосики надо сделать. Красоту наведем. Сделаем вот такие волосики. Пушистенькую сделаем, красивую. Немножко прическу, форму придадим. Теперь сделаем ручки и ножки. У нас же заготовки сделаны, делали мы. Мы делаем ручки наши. И, естественно, связываем покрепче, чтобы у нас это не развязалось. Это наша ручка, и продадим форму. Еще одну такую сделаем. Точно по такой схеме. И красивую форму сделаем. Ножки. Точно так же сделаем и наши ножки. Только же получается с двух сторон. Делаем. Тоже придаем форму. Вот у нас получились это ножки, это ручки. И пришиваем мы сюда к основному наши игольницы. И вот пришиваем мы ручки и ножки. Ручку мы пришиваем вот сюда одну.
И с другой стороны точно так же, чтобы это было немножко впереди, все это видно. Точно так же пришьем и с другой стороны. Теперь остались наши ножки. Сделать ножки. И пришиваем сюда вот на серединку, чтобы была какая-то форма. Это самый простой вариант. Если посложнее работа, но это самый легкий, самый простой. Получилась у нас такая заготовка. Теперь надо немного ее украсить. Первоначально ножки и ручки. Желательно, конечно, одинаковые цвета. Вот такими ленточками. А сейчас их немножко украсим. И 4. Мы сейчас украсим ручки и ножки, чтобы у нас получилась такая веселая девочка. Просто завязываем бантики. Сделаем так все ручки и все ножки. Даем немножко форму так и здесь сделаем. Сделаем такую яркую, веселую. Ручки, ножки. И сюда еще вот. Привяжем, свяжем. В итоге у нас получилась пока вот такая. Дальше нам надо ее немножко еще принародить, чтобы она была у нас еще красивее. Завяжем нашей девочке бантик. Берем такую ленту. И просто вот здесь, чтобы убрать все здесь, чтобы было красиво, мы просто ей завязываем бантик. И потом формируем, как это красиво будет у нее смотреться. Так, вот так сделаем. Лишнее мы уберем и потом еще используем куда-то в чем-то другом. Вот, у нас получилась такая девочка. Ну, еще ж глазки, ручки, ротик. Дети придумали из пенопласта. Мы никак не могли придумать, с чего носик сделать. Дети придумали из пенопласта. И вот такой ротик. И все это берется на клей. Сначала мы сделаем глазки. Да.
все надо быстро, потому что клей засыхает. Носик сделали и естественно ротик. Ротик мы тоже заранее делаем заготовочки такие. Вот все застывает мгновенно. И у нас получилась вот такая девочка. Немножко можно впереди даже вот. У нас получилась вот такая девочка. Очень быстро. Это самый простой способ, который можно сделать. Посложнее уже есть посложнее. Девочки на своей кроватке могут повесить так. Назвать ее желанница, девочка. И разговаривать с ней, показывать желания, мысли своей ей доверять.